Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Не life, it's my life. Сегодня мы в Сэмс-клабе, как это не удивительно. В общем, мы пришли за какими-то покупками, возможно, за обновками, хотел сказать, но вряд ли мы сюда за обновками. Нет. За обновками, для холодильника. За это купальник уже, мы понимаешь, уже ты же решила, что купаться будешь до следующего года. А дочь мы решили. Да. Ну, уже купальная. Что, классная, какая фигня, купальная тема у нас закрыта. А? Сереж, что это такое? Ладно, переключаемся, какая-то классная фигня. А, господи, это короче, вот мы что-то увидели. Какой-то кит-банк. Кит-банк. Ну вот написано. Портативный. Портативная кровать, что ли, получается. Причем это вот маленькая коробка. Одна, они так стоят две, как будто. Вот одна. То есть что сверху коробка? Двухъярусная, короче, такая переносная. А сколько она стоит? Зачем она тебе? Вот в чем вопрос. А вот мне надо. Мне так надо, что, потому что, цену? Допустим, $169. $169. Я вот, Сереж, сейчас в замешательстве. Антоша хочет пригласить Джейсона с ночевкой, да? Займы купим. Мы не будем покупать эту кровать, да? Ну просто я думаю, оставить его одного в зале ночевать, ну как-то нет, нехорошо. Нет, они вдвоем будут спать. Один на диване, другой на Биг Бене. Да. Бини. Думаешь? Да. Просто я не хотела, или как бы, ну, чтобы они в детской оба ночевали, все-таки Катарина, я думаю, вдруг при постороннем будет неудобно себя чувствовать. Думаешь, ночевать, да, оставить, да, их там ночевать? Мы уложим их там, не переживай. Не, ну просто, ну это же класс, да, вот эта кроватка такая интересная. В общем, я непонятно, понимаю, для чего она и куда ее тянуть, но она есть. Еще можно тапочки кожаные купить. Угу. Давай посмотрим, сколько они стоят. 22, да? 24,98. Ну такие прикольные. Полностью кожаные, полностью мягкие. Интересно. Ладно, давай мне тачку, я буду рулить. Пропусти. Пропусти и пошли. Так а мы что сегодня будем покупать что-нибудь? Нам коньяк нужен. Не, ну понятно, наша основная цель сегодня набрать корзину спиртного. В преддверии 1 мая. Ну, какой-то праздник на самом деле будет, кроме 1 мая. Так, что у нас по авокадо? Хватает дома? Ладно, пойдем купим апельсиновый сок, потому что тот сок апельсиновый, который мы купили в Smart & Final, это не апельсиновый сок, это какая-то вода рыжего цвета с большим количеством сахара. Я тоже не хочу, ты иди в холодильник. В общем, традиционно берем наш сок по 5,28 с небольшой мякотью. Не надо меня стыдить. Да, у нас равноправие, так что давай, тягай. Нет, ну просто холодно. Зай, ну холодно, ну... Ну ты же... Чего я? Ты в тельняшке. Ну да, мне можно. Что по молоку? А молоко у нас есть еще в долом. Что по яйцам? Яйца тоже. Нам ничего не надо? Да у нас, я говорю, кроме спиртного. Ничего не надо. Кроме спиртного есть все. Как обычно, выпили все спиртное. Ладно, так что... Куда тогда? Подожди, я знаю, что нам нужен сыр. Мы сейчас в Костку пойдем? Не, я не хочу в Костку. Почему? Ну зачем нам тратить деньги на Костку? Может, здесь все такое купить? Ну, мы будем потихоньку ориентироваться, но я не знаю. Ну, как-то в Костку традиционно зайти. Сосиски здесь были раньше. Потом они переехали куда-то вниз. Сосиски потерялись. Были сосиски и нет сосисок. Ну что? Так что мы куда идем тогда? Давай не тратим, пойдем. Нам, во-первых, сыр надо, это точно. Ну
пойдем тогда. Потому что у нас нету дома сыра. Питы. Ну, питы здесь есть. Ну, идем коньяк смотреть. И джин. А лука, помидоры, а все такое тоже. Нам вообще продукты не нужны. Так, ну вот мы пришли в винно-коньячный отдел. А где наш коньяк? Вон он стоит. Хеннесси. Только это не тот Хеннесси, это который Хеннесси за 222 мы не будем, наверное, пока брать. Че, нету здесь такого? А я нашего не вижу, коньячка. А вон-то не он? Нет. Нет. Так придется в Костке покупать. А внизу? Есть вот такое хорошее тессарона амаретто. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас там. Да, аккуратно. Джин пойдем посмотрим. Зай, подожди, нам не надо, нам нужно. Так его, походу, тут нету. Придется в Костке. Придется, да. Странно. Выпили весь Хеннесси. А, джин вон в том ряду, наверное, пойдем в тот ряд. Ни курицу, ни мясо, ничего не берем. Окей, идем за джином смотреть. Мандаринки не берем. Детям сок. Не берем. Маргариту. Не будем знакомиться с Маргаритой. Да, поближе. Так, где наш джин? Где наш джин? Он там, он где-то. Вон я вижу. Вот наш джин. Вот такой. В общем, берем вот такой джин. Это бутылка. Давай я на ценник лучше покажу. Ну это что, да? Да. Бутылка получается литр 750, 14 долларов. Так. И что, куда идем теперь? На кассу, только мы идем теперь. Давай еще раз пересмотрим. Почему да, нету коньяка, не понимаю. Странно, внизу нигде не стоит. Он же всегда тут был. А сейчас нет. Ну ладно, идем в Костку. В общем, мы как-то автоматически перенеслись в Костку. План у нас маленький. Кленовый сироп. Подожди, а как-то бутылку себе больше. Такой? Не, подожди, не в такой бутылке. Блин, ну эта бутылка очень модная. Она что, какая-то... Это пластик или что? Да, это пластиковая бутылка обыкновенная. А, ну да, пластиковая. Зай, ну мы какую-то большую набрали. Зай, да, нет, мы такую брали. Маленькую? Да. 1 литр, кстати. Да? 1 литр кленового сиропа? Да? $10? Ну ладно. Так, может, нам это надо купить такой? Зай, давай сегодня вот прям... Да, то, сегодня нужно, купим то, что нужно. Не время, не... Мы хотим очень быстро сегодня. Потому что нам нужно ехать на почту. Потому да. Что... Потому что нам пришел карандаш. Почтальон считает, что это очень дорогая сумма. Ну, нет, в общем, не почтальон считает. В общем, мы выписали и купили карандаш на Амазоне. Никаких специальных там отметок, что мы должны расписаться за него при получении, мы не ставили. Но карандаш на самом деле идет из Болгарии. Да. И, видимо, продавец поставил пометку, что выдавать карандаш получателю только под подпись. Почтальон нам его принес, нас не было, он воткнул нам записку, что больше приносить не будет, придите на почту и заберите. В общем, мы крайне недовольны этим продавцом, хотя в прошлый раз такого не было. Нам просто кинули в ящик там или еще куда-то. Ну вот можно розы взять, интересно, почем не видно, нету. А, 22-23 доллара. Куст. Зай, ну да, зелени много, но ты сказала, что мы будем через... После выходных. Много вентиляторов, он видишь, 20 долларов. Да, да. Ну, так. Так, пойдем с той стороны обойдем. Смотри, какая красивая.
Она бархатная, что ли? Да, такая бумага бархатная. Класс. Как, мы с тобой так спиртное выбираем. Ну, бутылка красивая, бархатка. Ну, бархатная бумажечка такая наклеена. Мне кажется, люди спиртное выбирают на другие критерии. Мое отношение. Просто мы такие алкоголики, что у нас свои критерии. Ну, в общем, вот мы и выпишем сейчас ее. Бутылочку. Тачка врезалась. Ну, я тихонько. Зай, давай, цепляй. А я не знаю, выписывай. Как вот бумажка, смотрите, дорогие всякие вещи. Так а чего писать? Сразу не возьмешь, а надо номер? Записать вот этот 122-418 номер. А где ты номер? Зайка, вверху большими цифрами. А-а-а. Выписываем себе номер. И все там, наверное, что? Одну штуку и цену пишем, да? И по этой бумажке мы будем просто оплачивать, а потом заказ и с чеком получать. Все получилось. Если кому надо выписать, я еще могу что-нибудь выписать. Так, ну что, разворачиваем оглоблю и куда двигаем? За сыром и за грустью. И за питами. Ну вот, получается полная тачка. Погнали. Чего-то тут вон можно какой-то одежду купить. Так, значит, за сыром, за питами и за грушью. Сначала берем грушью, а йогурт и шмогурт и ничего такое брать не будем? Да, неизвестно, как все. Отлично. Когда приучили приедет, то сидит фирменный сыр. Да. Хорошо. Но если оставлю четкие показания, то сидит. Так. Вон, вижу нашу цель. Вижу нашу цель. Что-то вообще не кормят, блин, вообще. Так, сегодня мы цепляем. Я в холодильник не лезу. У меня есть ассистент. У меня есть ассистент, лазающий по холодильнику. Вот такая вот грудинка. Так, разворачиваемся. Пошли сыр брать. Какие буррито. Ай, блин. Буррито мы сами сделаем. Мне кажется, понравилось. Понравилось? Да, но мне кажется, лучше сделать свой день. Сыр у нас сразу с той стороны. Я не помню, когда мы их как ели где-то. Принц. Не в этот раз. Тобой. Не помню. Мы, наверное, будем, Зайка, делать лучше сами свои бурито. Так, вот сыр. Какой будем брать? Два. Но маленьких или один, но большой? Может быть, вон тот фиолетовый или вот такой вот красный? Мелко настроен, я хочу еще. Они разные. Да, вот короче, этот будем брать. Синий. Нет. Он с одним видом сыра. Да? Давай с двумя возьмем. Я, короче, так, буду брать берем... синий. Хорошо? Да, давай, синий берем. Ой. Значит, мы берем вот такой вот сырец. 9,97 за 5 лб. Это два вот таких вот мешочка. Это вот такой вот замечательный чеддер. Так, и идем за питами. Масло потом купим? Да, ну давай. Да, будем наполнять тележку. Нет, когда вместе пойдем на большой магазин. Сегодня у нас небольшой магазин. Сегодня у нас магазин перекусить. Я поеду только... Мы на следующей неделе вместе сходим, я сама так буду это руководить. Процессом. Да. Давай, я возьму. Грызло берем обязательно. Оно с сейлом. Зайка, берем два таких грызла. Ой, зайка. Два. Два, ну, так два. В общем, кто нас смотрит, тот уже знает, что это замечательная грызла. Она у нас в последнее время пользуется каким-то, ну, потому что мегаспросом. Вот тебе на какие-то перекусы на сайт. Так, здесь мы хотим зацепить питу. Давайте дальше.
Вот Кита. Зайка. Че, папа? Да. Я просто отвлеклась, я знаю, что заинтересовала. Давай мы то посмотрим. Давай. Как они называются? Как я такие первый раз вижу. Интересно. Что это такое? Какие-то те самые для снеков, закусочки. Вот бы их посмотреть, как они выглядят. Почему их не дают на попробку? Может, они бы интересно были Сашке Бранчу. Ну, не только Сашке, еще и старшим, но мы больше ориентируемся. А Сашки у нас берут, старшие у нас берут с собой. Старшие у нас иногда берут с собой. Шапун классный. В смысле, что в нем классно? Орган, это то, чем я буду смотреть. Да-да. А где ты набрала его? Ты мне его купил, кот, прикинь. Маркет, это все я покупаю в маленьких бутылках. Где? В Walmart'е. Зай, ну да, вспомни, мы ходили в Walmart. Да как ты покупаешь там что-то, краски, маски, блин. Я за ними слежу, что ли. Ну, оно очень хорошо восстанавливает, бла-бла-бла, начинает питаться. Смотрим, сколько стоит рыба. Ну как-то просто давно не интересовало. Мы мясо больше покупаем. Не больше, а все время покупаем Сэмс. Так подожди, вот салмон там я вижу, 9,99. Давай с ним разберемся. Вот свежий салмон, 9,99. Написано, мало на нем этого самого. Угу. Написано, что он без антибиотика. Без кожи и без... Без чего? Без костей. А, без костей и без кожи. Короче, это чистое филе. На доллар дороже, чем в Сэмс. Сэмс Клабе. Где мы обычно. А белое вот это что, это тилапия? Или что это когда видишь? Да, это тилапия. Я понимаю, она стоит 4,99 ЛБ. Ну, наверное, мы знаем, где тилапию можно купить дешевле. Мы знаем, где тилапию можно купить за 2 доллара. А мы так говорим, как будто это секретная информация. В магазине, ну, магазин. Поделимся и сходим туда, просто мы в нем давно не были. Так, ну что, по мясу посмотрим, какое будем смотреть? Мясо питона вон я вижу, лежит. Удава, нет, это не оно? Ну давай посмотрим другое. Я немножко здесь не ориентируюсь, потому что мясо не покупаю. Ну пойдем там посмотрим. Здесь какие-то колбаски лежат. Ну, колбаски, в принципе, смотри, хорошая большая упаковка. 5 ЛБ. 5 ЛБ 13,99. Я бы такие взяла. Ты так говоришь, я бы взяла, как будто тебе кто-то не дает. Мы их возьмем, когда... Когда у нас время будет, да, сейчас не время, а когда нам надо будет... Когда мы приедем на закупку... Мясо и будем брать... Сало будем брать. Смотрите, ребята, 3,99. Будем делать сварки с драниками. Сало, знаете, с блинами, бабушкиными блинами. Вот хочу, бабушку хочу. О, мясо удало. Смотри. $1.39. Хвостовая часть. В принципе... Почему на него нету? А, большого цена. На 3 цента дешевле. Так скажи это в камеру. На 3 цента дешевле. На 3 цента или на 30? На 3. На 3 цента? Да. А чего? Нужно да, все учитывая это... длину этого хвоста. Ну, в общем, мясо, то, что мы берем, получается фактически в одну цену. Да, одинаково. Это что? Это хвост порезан? Ну, да. Но он здесь будет сверху вот такие, ну, как бы кусочки, а внизу еще, ну, такой, более с костями разрезан. Ну, в общем, он тоже ничего, но здесь это не стоит, а вот... Сэмси, оно дешевле. Оно там стоит иногда по $11, потом $20. То есть, если брать целый хвост, то получается одна и та же цена. Да. А если брать резанный, ну, то получается чуть-чуть дешевле. А курица здесь, конечно, гораздо дороже. Так мы курицу не такую вот берем. Мы же берем грудку в основном. Ну, так это и есть. Вот грудка. Так она здесь упакована. Смотри, 2,99. Это вся упаковка стоит 25,30. 2,99, это уже говорит, что она в два раза почти дороже, чем в Сэмс Клабе. Да, потому что сегодня я обратила внимание, в Сэмсе она за
$1.62. Ну, в общем, за свинину, в принципе, можно здесь покупать, согласен, Сережа. Да, да. Так, сыр, Зай, не хочешь сыр? Нет, сыры не смотрим, Зайка, бежим, у нас уже время. А, вы побежали, ладно. В общем, идем на кассу, и после кассы доложим, что почем. А когда будем делать нормальную закупку, тогда уже будем подробно рассуждать и разбирать все цены, которые будем складывать в корзину. В общем, сегодняшняя цель закупки алкоголя была успешно выполнена. Как вы увидели, мы купили, Маришка выписала, а мы купили вот такую замечательную бутылочку Хеннесси. Зай, давай ее вот туда, к джину. А, нет, с джином рядом не будем ставить, они два стеклянные. В общем, что сегодня было интересно? То, что в Костко, когда пробивали этот Хеннесси, у нас не спросили ID. И потом, когда выдавали по бумажке, вот по этой, которую вы видели, Маришка выписывала, его после кассы, как пробьешь, выдают в специальном отделе, там тоже не спросили ID. И нас это очень удивило, потому что даже когда в центах покупаешь лекарства... Сироп от кашля алкоголя содержащий, спрашивают ID, как будто не видно, что мы уже немножко... Типа взрослые. Да. Вот, то есть на пиво спрашивают всегда ID, на алкогольную продукцию спрашивают ID. А здесь почему-то в двух местах и ни в одном не спросили. Ну, они доверяют. Да. Вот. Ну, вот такая вот программа минимум у нас сегодня стояла, подготовиться к празднику, купить спиртное, потому что, в принципе, продуктов мы закупили достаточно много в течение месяца в предыдущие походы, и как бы холодильник полон. Единственное, что мы подкупили, пару там вот сыр у нас заканчивался, мы купили такие вот две упаковочки. Вот, потом Саша очень любит вот такое вот грызло, когда его купили первый раз, оно очень долго стояло и никуда не уходило, да. Его купил как бы я себе, вот. А Сашка сейчас его полюбил, и оно уходит, и я на работу его беру погрызть иногда. Вот, поэтому два мешочка зацепили. Ну, еще взяли питы традиционно, потому что дети часто пиццу кушают. И вот такую вот классную грудку. Она сегодня на сейнике. Это натуральная грудка. Давай мы, наверное, прямо ей обзор сейчас устроим, чтобы дома не это самое, не устраивать распаковку. Значит, что у нас здесь вот? Это... Вот это. Ну, чтобы было понятно, белое. У нас стоит это именно кусочек куриной грудки. Да. Вот здесь написано, я тебя перебью, сделано из белого куриного мяса. То есть, ну, может потом вставим дома, вот если видно, вот здесь вот у нас сфотографировано. То есть это обычная грудка, нарезанная вот в такие. Рассказывай. Это кусочек нарезано и в панировке. Ее только закидываешь в эту котлету, в нашу фритюрницу. Можно фритюрницу, я пробую на... Ну, фритюрница нам больше всего она нравится. И нам, и детям. Так. Мы не очень хорошо готовим что-то во фритюрнице, поэтому мы... То, что нам нравится, мы уж готовим. Но так же, как я Сережу подбиваю купить вот этот, как он называется, Сереж, кто, что воздухом картофель фри делает. Эйрфраер, что-то такое, да. Вот. Но Сереж сказал, что мы едим достаточно редко картошку фри, поэтому можно ее есть прямо с фритюрниц. Просто я боюсь, что картошка, приготовленная горячим воздухом, она будет, наверное, может не получиться такой, какой получаешь ее во фритюре. И получится, ешь вроде и картошку, и нездоровую пищу, и вроде должен получить удовольствие от этого. Ну, типа, перевел ее в разряд приготовления здоровой. Короче, вроде и картофель фри поел. То же самое, что радио послушал, так сказать. Любовь по телевизору или как там? А, нет, обед по телевизору то же самое, что... Ну, короче, кто помнит, было что-то такое. Про любовь там и про обед по телевизору. В общем, вот такой вот был маленький алкогольный влог. Потратили мы где-то сколько там, 20 что-то с хвостиком в Sam's Club. И здесь 120. Да. Ну, в общем, бутылочка этого Hennessy $65 плюс налог, она получает $71 практически, $72. Вот. Все, вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и увидимся в новых сериях. До встречи, бай-бай.